дальше тупик. То есть второго этажа я подозреваю, что вот эта дверь сквозная, я смогу выйти в левую часть второго этажа. А если, конечно, вторая карта откроет. Сначала я пойду в верхнюю схожу дверь. Не устану повторять, что сохраняться надо здесь почаще, чем. Так, ключ номер один не открывает этой двери. Надеюсь, что ключ номер два откроет. Иначе заворожение. Да, второй ключ открыл. Здесь лежит коробочка вот такая вот стрёмненькая. И я нашел коробку. Ну надо же, как интересно. Оказывается, просто коробка. Ума не приложу, для чего нужна коробка. Выглядит она вот так. Знаете, вот я сейчас подозрение, я еще не использовал. Подозрение, что это чудо.